В Сочи внедорожник въехал в автобус. Авария произошла на остановке общественного транспорта «Красный штурм» в Хостинском районе. По словам очевидцев, водитель отвлекся от дороги и на полном ходу въехал в заднюю часть автобуса. В результате ДТП водителю была оказана медицинская помощь на месте. Еще одна авария на курорте с участием микроавтобуса. Он снес ограждение на ходу. На этот раз ДТП произошло возле остановки «Пик-отель» на улице Защитников Кавказа в поселке Красная Поляна. По словам пассажиров, водитель отвлекся от дороги и врезался в металлическое ограждение нового Теренкура. К счастью, никто не пострадал. Груженный мусоровоз перевернулся на трассе в Лазаревском районе. Все случилось возле остановки общественного транспорта «Санаторий Лучезарный». Судя по видео, можно предположить, что водитель большегруза на закруглении дороги не справился с управлением и опрокинул машину на бок. Обошлось без жертв. Двое драчунов во время своей схватки повредили автомобиль. Драка двух мужчин произошла на улице Горького у дома 43 в Центральном районе. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Хозяин поврежденной машины призвал дебоширов к ответственности для возмещения ущерба в социальных сетях. В противном случае материалы будут переданы в полицию.